сейчас бы же о чем ты его спросил? Что? Сейчас бы о чем спросил Путина? Да мне не хочется никому спрашивать. Сказал честно. Бы. А сказать? А? Сказать. А говорить, по-моему, бессмысленно. Ну вот почему ты так думаешь? Мне так кажется. Вообще я решаю такие проблемы по мере поступления. Если свершится такое чудо, раздастся мне ночью звонок, и знакомый голос скажет: Андрей Владимирович, Путин ВВ. Вот как вы считаете? Конечно, я соберусь и отвечу на любой его вопрос. Но маловероятно, что такое произойдет. То есть, если представить ситуацию, что он не спросит, а скажет: скажите мне, что вас так сейчас беспокоит? Меня беспокоит, что страна катится черти куда, на глазах просто. И вроде бы не Путин ее туда вот так вот гонит, но вроде он и не против. Вот, я же не думаю, что он для нашей Думы сочиняет проекты законов, правда? Я надеюсь, потому вот. Что это... Но, видимо, его это не раздражает. Хотя это, по-моему, дурдом на свободе просто. Таких вещей очень много. Это как бы за скобками всей украинской истории и прочим.